Впервые за всю зиму настолько красивый закат на улице. Просто восхищение. Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алекс, и вы попали на мой новый классный видеоролик. По снегу вы можете понять, что сугробы совсем уже скоро, просто его еще не настолько много, чтобы делать для вас этот контент. А сейчас мы идем в зал, и делать для вас будем сегодня очень классные забеги по стенам, играть в Assassin's Creed, Человека-паука и вот в это вот все, потому что вы это очень любите. И потому что это любим мы. На днях мы переставили одну конструкцию в капе. Она получилась идеальная для того, чтобы просто разнообразить наши будни в этом зале. Я думаю, что вам это зайдет и мне это зайдет, поскольку, ну, очень давным-давно хотелось что-то такое поделать именно в зале, натренировать для того, чтобы переносить это на улицу. Присаживайтесь поудобнее, наслаждайтесь классным этим видосом, потому что много сегодня будет очень топовых атлетов, очень много крутых ребят, и я думаю, что получится довольно-таки интересно. Всем приятного просмотра. Мы вот эту вот конструкцию вот с этого вот квадрата передвигали вот сюда вчера для того, чтобы бегать по стенам, делать много разных челленджей. Вот что мы сейчас и будем делать. Я разминаюсь, подписчики. Сейчас будет мясо. Пока мы разминаемся, смотрите, какая штука мне пришла. Это худи из моей зимней коллекции. Ребятки, переходите. Первая ссылка в описании. Переходите, покупайте. Там очень много крутого мерча. Он очень качественный и очень классный. Вот Валера впервые его потрогает. Сейчас помнет его и скажет вам рецензию быстренькую. Сейчас будем разваливать. Это все потому, что кофта. Ну, качество материала хорошее, качество принта отличное тоже. Приятные буковочки на ощупь. Карманы, можно поместить туда хоть слона. Смотрите, что самое интересное. Капюшон без веревок. Они вам не будут лезть в лицо и мешать при прыжках. Первая ссылка в описании. Переходи, покупай мой мерч, потому что он очень качественный и классный и будет развивать вас на тренировочках. Нормально. Теперь моя попытка. Ох, ты поехал там, да? Крейн. Можно в две, но стрёмно что-то. Нормально. Сейчас можно, блин. Да. О, красиво. Мы же без паузы делаем. Самый первый челлендж с этой конструкцией сделан. Я этому доволен. Я тоже доволен, что ты сделал это, что ты доволен. У меня теперь вторая миссия. Это с разбега вот так вот. Три шага и наверх. Это вроде как легко очень. Вообще проще не видел. Валера, давай, мастер-класс. Появилась еще одна миссия с разбега. Здесь шаг, шаг, шаг. И как-то сюда в кэт или запрыг. Скажи, красивая тема. Прикольная, да. Воу! Красава! Подписываемся на канал, короче, там вот, вот это на Алекса канал, ну, можно на мой еще подписаться, он будет где-то там в интернете. Я тут для себя крайнюю миссию придумал. Смотрите, разбегаемся, делаем горизонтальный волран, шаг, шаг, сюда сходим, потом тик-так и наверх. Буду сейчас пробовать, я думаю, что уйдет попыток миллиард. И сейчас, ну хотя с ними, может, разбегусь, Алекса будет, это, как его, заставить. Чуть я не. Я такое лечу, понял, типа, вот это все, и подпись, чуть не. Надо сюда сойти нормально еще. Ой-ой. Нормально все? Я завтыкал, что я должен делать. Я про эту стену забыл, понял? Такой. А что такое? Куда я лечу? Прикиньте, такое бывает. Все, чуть не! Все, есть заставочка. Еще чуть-чуть неприятно было. Чуть Алик не развалил. Ну тут вообще весь видос чуть, понял? Да, паркур на грани.
Я немного читерил, у меня рука вот сюда тянется, потому что стенка здесь заканчивается. Мне немножко страшно, что я там как-то провалюсь или еще что-то. Поэтому ручка тронулась, но по факту она никак не влияла на мой забег. Поэтому я считаю, что для себя я это сделал. Это очень классно выглядело. Но тем не менее, мой галик немножко пострадал, он как-то вывернулся непонятно на стенке. Его до сих пор немножко побаливает. Надеюсь, через 5 минут пройдет и ничего критичного с ним не произойдет. У нас практически конец тренировки. Я вспомнил, что я не сделал главный челлендж, который хотел. Вот здесь вот стоим. Шажочек, шажочек, манкос. Сюда в кэт. Блин, я забоялся. У меня сегодня второй день тренировок, и это значит, что продолжается мой эксперимент с челленджами, как человек-бог в реальной жизни вот так вот забегал по стенам. Вот мы сегодня повторяем то же самое, только с паркуром. Задача сегодня забежать на вот эту вот высокую стенку. Будем пробовать стараться, потому что она высокая, это довольно-таки сложно для меня. Плюс ко всему, у меня крепатура, и я очень уставший. Понимаю. На второй день меня просто взяла страшнейшая крепатура. Я просто ничего не могу. Я что-то попытался, поснимал ребята, которые прыгали. У самого у меня просто никаких сил что-либо делать. Данный видос подходит к концу. Я надеюсь, он вам сильно понравился. И если это так, не забывайте ставить большой палец вверх, подписываться на мой канал и обязательно оставлять положительные комментарии. Ведь только так я понимаю, нравится вам такой контент или нет. Хотите вторую часть? Мы можем ее сделать с акробатикой. Будем делать сальтухи из фильма. Найдем что-то очень интересное и сделаем по этому контент. Если хотите вторую часть с акробатикой, обязательно напишите комментарий, мы к вам прислушаемся, и уже следующий видос будет с сальтухами. Всем огромное спасибо за данный просмотр, надеюсь, вам реально зашло это видео. Всем удачи, всем пока. Кстати говоря, забыл вам сказать, что у меня видосы выходят в понедельник и в пятницу, поэтому не пропускайте, эти дни будут постоянно новые интересные контенты. Контенты? Что?